Любите играть на серверах в Майнкрафт! Но не знаете, какой выбрать? У меня есть для вас идея. Хочу вам предложить сервер со смесями крутых и интересных идей на базе анархии – Ньюграфт. Здесь вы можете почувствовать себя настоящим выживающим в безграничном мире и поучаствовать в крутом зарождающемся проекте. Будет много уникальных механик и добрая комьюнити. Также у проекта есть собственный Discord-сервер. А по моему промокоду MonotWorld вы сможете получить скидку 25% на донат. IP сервера уже в описании. Всем привет! Я тут подумал, почему бы мне челленджи не продолжить проходить, потому что... Но все-таки надо. Все-таки надо их проходить. Это у нас... Ну, короче... Здесь что у нас? Надо дойти до мамы. У нас соевое молоко. Tiny Planet. Собственно, видите, что происходит. Айзек без... Скотина. Айзек без... D6. Ну и... В принципе, челлендж, мне кажется, будет несложный. Тем более, просто до мамы дойти. Только целиться неудобно будет, но это, в принципе, ничего страшного. Тем более, у нас есть еще этот... Опа-на, вот что у нас есть. А вот это я даже не знаю. Будет ли это как-то работать? Наверное. 2020 удваивает наши слезы, я так понимаю. Теперь у нас в два раза больше слез. Поэтому, ну, в принципе, это хорошо. Вот, значит, с некоторым шансом с помощью вот этой вот металлической... Металлического металла, с помощью него... С некоторым шансом оглушать... Да, конечно, с такой вариацией близнецов это не особо прикольно. Здесь же еще ребенок есть, который бримстоуном стреляет. Ай! Все, пошли дальше. В принципе, если останется еще время, я не знаю сколько, попробую еще один челлендж записать. Синее сердце было бы неплохо. Купон, ну не знаю даже, нужен он мне или нет. Отойди. Ну, в принципе, не сказал бы, что прям вообще хард. Я так понимаю, у нас еще здесь... Нет, не легкий режим. Я думал, то, что у нас легкий, но в легком режиме со 100% шансом из этих выпадает. Из чемпионов выпадает что-то. Сокровищницы у нас вроде бы здесь нет, да? Сейчас по гуд-трипу. Ну так, сходим, проверим, есть ли здесь сокровищница. Нет. Здесь нету. Блин, жалко, бомбы нет. Ну да, нет у нас сокровищниц. Ну, в принципе, и так мы сможем пройти. Так, где Гутрип? Я его не... А, как выйти? Это случайно открыл консоль. Ну ладно. Опять близнецы, только уже нормальные.
принципе, за счет того, что у нас много слез, мы наносим достаточно много урона, несмотря на то, что он у нас это 0.9. Блин, пропал, ну ладно. В принципе, к ангелу пойду, ничего страшного. Нет, не надо. Рядом со мной взрываться запрещаю вам. Так. Ну, в принципе, можно было бы зайти к этому, к дьяволу. Ты будешь стрелять, да? Ага. Еще мух дал мне. Значит, это другой этот чемпион. Как много слез здесь, я просто охреневаю от их количества. Да, муха дурацкая, давай. Ничего вроде не упало, не слышу. Мега жирный. Ай, жирный, куда ты? Чемпионский еще, к тому же. Не надо. Не надо. Ай. Ай, ты скот. Да за что ты так? А, хотя смысл мне дотягиваться до них. Хоть в чем-то мне сейчас помогли эти слезы. Спастись от тролль-бомбы. И то отчасти. Это их заслуга. Может, в магазин, да, сходить, а то... Что? Тут камень? Господи, я все ленюсь найти тот мод, который мне эти камни разрушает. Точнее, скрывает мне их. Где магаз? Ну блин, The Tower мне не нужен. Так, монетка там за камнями, я помню. Устраиваем для них чисто Bullet Hell. Самый настоящий. А, нет, кстати, это хорошо очень даже. Дайте еще одну копейку для этого. Для синего сердца, пожалуйста. Ну, давайте побыстрее. Ой, какая душная комната. Давайте вы там поближе подойдите.
Чего вы такие душные? Давай, поближе, 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 поближе. Еще, еще, давай. Значит, there's options вроде называется, да? А, я не знаю. Ну ладно, допустим, это there's option. Значит, после босса у нас будет два предмета на выбор. Вот я дурак. Я же хотел наоборот. Ладно, давай одну монетку здесь возьмем. Так уж и быть, потратим. Пилюлю не хочу. Здесь у нас что? Ничего интересного, собственно. Ну все, значит, к боссу. Королева. Которую надо именно в жопу стрелять. Вот бесит меня такие враги, которым надо обязательно в спину стрелять. Слава богу, какие-нибудь там бримстоуны. Так. Уйди. Я вас боюсь. У вас лужи красные. Отлично. Скотины. Давай, поближе ко мне, опять же. Чтобы я в вас мог стрелять, а то пропасть большая здесь. Идите, идите, не бойтесь. Ай, вот чё ты на меня? Ну... Вообще офигела, муха. Так, ну в принципе можно, потому что... Ну не сказал бы то, что мне ключи прям нужны сейчас уже. Замечательно. Ну, можно еще, конечно, это ключ ради ключа. И также монетку получить. Типа, ключи мне уже, в принципе, не нужны. Так, если найду деньги где-нибудь, могу зайти в магазин. А вот Antiburst, он вообще все меняет, типа все саундтреки, я имею в виду, потому что я уже давно с модом на музыку из Antiburst играю, и что-то как-то это, уже не понимаю, не помню, как звучит настоящий Айзек. Что здесь у нас? Да, мне кажется, не стоит рисковать. Опять эти гидины. Не, пилюли мы не кушаем. Стреляй. Стреляй. Еще стреляй. Красава. Да господи, вы можете уже побыстрее дать мне в магазин, не знаю, какой-нибудь.
Можно попробовать вот эти повзрывать черепа. Желательно только сначала слезы убрать куда-нибудь, а потом бомбу ставить. Но в принципе ничего полезного и нету. Ну и наконец-то босс. Это у нас еще не мама вроде, да? Да, это сейчас у нас Локи. Пока что не мама. Что-то ты не стреляешь, Локи. Забыл, как стрелять? О, вспомнил, Гидина. О, ангел, наконец-то. Ух ты, ух, вот, скотина ты. Вот это, конечно, да, вот это ты. Ай, имба. Теперь у нас... Слезы с самонаводкой. Ух, люто, люто. Урон даже немного повысили. У нас теперь урон 2. Мы теперь вообще всех разносить будем. Не, ну Sacred Heart это, конечно... Это, конечно, имба. Братская расстрельность что-то у нас вроде понизилась. Но какая разница, у нас... Тут до хрена слез. Да уже пофиг то, что шанс потеряли. Все равно нет смысла. У нас последний этаж. Да, хотелось бы подольше с таким билдом пройти. Да давай даже это сходим за этими, за бомбами. Не знаю зачем. Ну, конечно. Слезы уберите все, пожалуйста. Спасибо. В секретку заглянем, может что-то интересное. Помечный камень, например. Слезы. Не знаю зачем, потому что... Ну, хотя для выживаемости все равно нужно. Не, ну это, конечно, сейчас быстро будет. Ну, если я найду быстро этот... О, еще один помеченный. Я сказал... Блин, а как мне тогда? У меня же слезы... Будут мешать, и мне надо как-то разрушать все-таки эти. А, не, я не придумал. Ладно, пофиг. На это помеченный. Хотя не, я могу просто вот так бомбу поставить. Хоть смысла в этом было и не особо-то и много, на самом деле. Ну, посмотрим, что в магазине у нас. Так, призывающая мама. Вообще быстро ее как-то убиваем. Ну, потому что мы подорвали Sacred Heart. Это у нас дало нам урон. Ради прикола, просто посмотрю, что у нас. D6. И помеченный камень. Ну ладно. Пошли отсюда. И мы открыли какую-то руну, да? Да. И сейчас... Погодите. В принципе, есть еще время на какой-нибудь еще челлендж. Только интересно, какой бы мне выбрать. Демомен. Это что у нас? Это у нас фетус.
А, у нас еще это, да. Мы же еще получаем урон от Фетуса. Ну ладно. С этим. С вот этим полегче будет. Он же... А, нет, они все равно взрываются. В любом случае. Ай, ну, блин, вот надо бы какой-нибудь, не знаю, пироманьяк или... Эту шапочку. Как ее там называют? Но зато теперь не стоит это насчет бомб плакать. А что у нас в магазине было? Было что-то интересное? Pay to play. О, секретка. Отлично. И по поводу секреток теперь волноваться не стоит. Мы уже все найдем. Да, только главное найти что-нибудь против получения урона от бомб, от взрывов вообще. Ай! Так, может, здесь супер-секретка, да? Пау, а у нас нету, да? Нет, у нас есть! Даже пофиг на это синее сердце, честно. Чего мне так не везет? А! Что тут бомба делает? Вообще как-то не везло сейчас. Сундук, отлично. Стигмат, хорошо. Так, и все, здесь теперь будет Уриил у нас. Ну, можно, кстати, попробовать с Уриилом подраться. В принципе, у нас урона много. Можно попробовать его убить. Не знаю, правда, зачем мне ключик. Ну и последний. Сердца, отлично. Теперь мы точно выживем. У нас куча сердец. Ну, по крайней мере, я попытаюсь выжить. В принципе, Фетус это хорошо, бомбу много урона наносит. Мне кажется, этот забег тоже будет быстрый, хоть он и до сердца. А еще не знаю... А, он хаус-карту открывает. Хаус-карту вообще прикольная вещь. Ага. Вот ты скотина. Так. А, можно еще... Блин. Можно еще же все эти разрушать. Вазы. Так, здесь у нас секретки нету. Все, мне ком-то жертвоприношения больше не нужны. С одной стороны обычные, с другой все чемпионы. Пилюля, ну давай скушаем.
Отлично, просто замечательно. Ух, как хорошо идет у нас забег пока что. Карту, что за карта? Diamond, 100 в Diamonds. Он вроде увеличивает в два раза наши деньги. Да? Я ведь правильно помню? Зажигалка. Нет, не нужен. Скот. Подожди, Monkey Paw что делает? Ну, можно, в принципе, попробовать. Бомбы нам не особо-то и нужны. У нас и так бомбы до хрена. Слишком близко к этим подхожу, к бомбам. Все, нету? Все, нету. Ну все, босс. Здесь, кстати, тоже заметил, нету сокровищниц. Да это, в принципе, ничего не, здесь не поможет. Так. Так. Я сокровищницы еще не находил. Что за карта? Спасибо. Полезно. Ну ладно, скушаю. Локдаун. Шот спид даун. И еще один локдаун. Спасибо. Так, сейчас еще сердечки поподбираю. Где они там выпали. И все, на следующий этаж. Сейчас попробую побыстрее пройти как-нибудь. Что здесь? Ничего интересного. Хотя нет, в принципе, интересно. И теперь страшно. Давай у вас сразу двоих. Спасибо. В принципе, так, когда... Вот это, кстати, тоже можно попробовать. Союзные мухи — это хорошо. Вот эти мне не нравятся, то, что... Закрываются они надолго, когда... В них попадаешь бомбой. Отлично. Ресток. Какашки в руки. Так, здесь. Где может быть секретка? Блин, вот муху одну не могу убить. Отлично. Так, ну у нас сверху нету. Сверху нету. Здесь тоже нигде нету. Может, здесь сверху? Отлично. Так, мы знаем, здесь прикол. Уберись.
Ну, а, еще суперсекретку надо бы найти. По-хорошему. А еще? Вдруг здесь будет Magic Mushroom какой-нибудь. Нет? Ну ладно. Нифига себе, подожди. Осколок рун и Ера. Ну давай, побольше мне осколков тогда уж. И денег. Вдруг какая-нибудь из них будет... вести меня в подвал. Нет. Давай. Рун. Опять не то. А! Опять лазейку не открывает. А, я не то сделал. Ну ладно, все равно руна не та. Опять. Так. Да блин. Дайте руну, которая мне делает подвал. Так, у меня еще две попытки. Во, наконец-то. Ну, и это, наверное, не стоило того. Ну, хотя ладно. Хотя деньги мне не нужны, в принципе. У меня 99 монет. Кстати, что в магазине? Ресток, да? Здесь же ресток, да, здесь ресток. Ну, в принципе, можно. Все, пошли. Ага, у нас Fallen. Доска Уиджи, это хорошо. Я не знаю, нужен ли мне damage up. Это влияет на бомбы? Damage up подобрали. В принципе, я не знаю, работает ли он или нет. На бомбы. Все равно бомбы у нас сильные в любом случае. А, нет. Блин, ну ладно, все равно убили. И это хорошо. О, магазин как раз. Блин. Сукно Таро, это хорошо. Мак, давай. Блин, жалко, я случайно сломал автомат. Этот ресток машину. Бомбы. Как же много бомб. Так, окей, у нас скорость еще повысилась. Сейчас еще быстрее пройдем до сердца. Так, где у нас магазин? Магазин у нас вообще... Мне кажется, лучше в ту сторону идти, да? Нет, лучше все-таки снизу идти. Я правильно пошел. Так, ну карту я возьму. Ага, отлично. Ни хрена себе, ты большой там, конечно.
Давай. Два жажмента. Ну, мне это не нужно. А, так, нет, мне это тоже не нужно. Иерофант. Все-таки получил урон. Так, Харефан, давай. Возьму. Эти. Понял. Ну, у меня скорость большая, в принципе, можно. А, подожди, там... А, нет, синее сердце мне не нужно. Какие вы? А-а-а! Так, в магазин. Хочу в магазин. Не. Кстати, это неплохо. Вот это вообще замечательно просто. Ну, а это мне не нужно, но я просто посмотрю, что под ним. Ну, тоже не особо полезно. Что за карта? Емпресс. Не, мне, в принципе, самонаводящиеся не нужны бомбы. Опа, помеченный. А, мне не нужно. Мне не нужно. Да, хватит. Давай, поближе. О, как раз два. Здесь у нас... Локи, опять Локи. Упана, нож, но нож мне, в принципе, не нужен. Да и сульфур тоже. Как бы хороший предмет нож, но все-таки у меня бомба, а не нож. Как здесь много комнат, но я пойду... Ладно. Облом. Значит, в эту сторону, влево. The Small Rock. Давай уже, отберись. Я могу просто так сделать. Все, отлично, могу. Осколок D6, кстати, это, ну, я, наверное, возьму его все-таки. Так, сокровищницу. Так, здесь нет сокровищницы, точно. Сход. Здесь. Сверху, снизу. Нету. Так, здесь нигде нету. Здесь тоже нигде нету. Так, здесь у нас карта бесполезная относительно даже. И руна тоже бесполезная. Нет, D100 мне не нужен точно. У меня и так хороший забег. Так, магазинчик у нас здесь. Грид. Весело.
Так, ну здесь, может, суперсекретка где-нибудь? Нет? Ну ладно. Так, здесь может быть... Может быть, здесь... Нет, здесь не может быть. Здесь... Нету. Так, здесь нету тоже. Здесь... Здесь вроде нигде не может быть, да? Да. Ну, остается только эта комната, я так понимаю. Здесь нету. Так, там тоже не может быть. Здесь? О, как раз. Ключник. У меня вроде бы была какая-то... Мне уже не важно. Magic Mushroom? Нет, ну ладно. Здесь тоже ничего интересного нет, в принципе. Ну все, значит, к боссу. А, еще вот этих надо, да. А, еще суперсекретка, подожди, вот здесь. Все, теперь точно можно к боссу идти. Подожди, еще подожди. Ладно, у нас здесь нету комнаты жертвоприношений, так что... А, все, мама. Так, коробочка. Спасибо. Скорострельность, давай. Солнце. Тоже полезная карта. Все, уходим отсюда. Так, теперь надо будет быть еще более аккуратным, потому что у нас теперь в два раза больше урона наносится. А еще эти этажи можно побыстрее пропускать, потому что здесь даже не будет магазинов. Сейчас посмотрю, где у нас босс. Так, босс в той стороне. Так, Херофант не нужен. Вот солнце нужно. Зачем ты мне так много ключей даешь, игра? Мне тут, в принципе, открывать уже и нечего. Вот пауки эти, вот... Сложнее намного. Ну давай, чем ты меня удивишь? Ничем. Ну давай, деньги. Две мушки. Одна? Так нечестно. Ну можно поискать еще суперсекретку. Так, здесь нету. Здесь может быть суперсекретка. Ой, просто обычная секретка. Так, там может быть... Я сказал, там может быть. Нету. Ну, здесь не может быть. Ну, все. Можно, в принципе, уходить. Не хочу больше этажи зачищать. Все, и здесь, наверное, сан-карту... Нет, не сан-карту использую. Мне, в принципе... Только до босса дойти, а босс у меня помечен. Даже не буду отвлекаться на какие-то там карты.
Ай. Вот два сердца. Вот это вообще не прикол. Ой, четыре сердца. Так, где у нас тут декорации, может быть? Будет люк. Ай. Ладно, у нас солнце еще есть. Так, я понял вас. Ух ты! Ты, конечно, быстрые. Ужас. Уйди от меня. Еще одно солнце. Ну, допустим, вот здесь. Ах, ладно, паук. Ах, сердца есть? Блин, здесь только половинка сердца. Что за карта? А, еще одна засада. Ну тогда, ладно. Тогда можно. Я находил? Секретку нет. Ай, ультрагрид. Зачем мне деньги? Мне деньги не нужны. Все, последний босс. Оно живое. Я думал, здесь, как и написано, будет сердце. Так, ладно, лучше с этой стороны. Отлично. Все. Мы сделали это. Мы открыли хаос-карту. Ну все, мы прошли два челленджа. В принципе, они были не такие уж и сложные. Список модов в описании. Кому нужен, также ссылка на телеграм-канал. Подписывайтесь. И подписывайтесь на сам YouTube-канал, ставьте лайки или дизлайки, если вам не нравится. Все равно я не вижу дизлайки. Хотя хотелось бы. Всем удачи, всем пока.